Так, я уберу жнеца. Так, пусть будет. А силовый щит нельзя, да, улучшить. Так, давайте мы возьмем красненький вариант и прокачаем его. О, еще немножко надо прокачать, ребята. Надо немножко подзаработать денежек. Так, силовой щит включаем сразу. Так, мне нужно подзаработать здесь. Опа, есть. Фига, мощный. Так, только нужно как-то, чтобы он подъехал ко мне прям поближе. О! Есть. Ну, почти что 900 монет. Ну, у меня еще этот самый щит. Щит силен. Так, на тебе. Ах ты, вонючка. Держи. Все, уничтожили. Ой-о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 й. На, получай. Надо мне жнеца прокачать, ребята. Так, тихо, тихо, стой. А, пробил мне защиту. Негодяй. Так, давайте подождем, давай, подъезжай. Опа, все. Ребятушки, босс едет. Легион. Ждем. О, расстреливаем. Расстреляли легиона. Даже не успел подъехать ко мне. А, прикольный танк. Жнец. Так, тихо. Как мне вас всех уничтожить-то? Ах вы гады. Да. Еще немножко. Все, готов. Мы немножко здоровья свое пожертвуем. А потом силовой щит включим. Вот, 1111 монет. Понял. Так, давай. Подлетайте сюда. Двое на одного, да? Все, сейчас будем расстреливать вас. Так, я хоть кого-нибудь там попадаю, алло. А, ну сейчас сам взорвется, да. Взорвался. Так. Я думаю, пора уже включать потихонечку свой силовой щит. Ну, сейчас еще немножечко. До половинки, наверное. А, я не могу подняться. Все, я сейчас включаю силовой щит. Сейчас этих добиваю. Во. Все, силовой щит мне будет помогать. Ну, давай, добивайся уже. Скоро будет босс. Да, кто там у нас еще есть? А, красненький, дружище. Привет. Так, и одна вертикалочка. Все? Босс? О, да! Созерцатель у нас. Вот он, ребята, созерцатель. Так, что там у нас? Созерцатель. Тихо. Отходим. Отъезжаем. Ждем. О, все, уничтожен у нас. Созерцателя мы уничтожили. Надо было с ним подольше поиграться. Так, все, берем защиту. Ой, защиту говорю. Ремкомплект. О, сейчас их будет много. Нифига, пробили мне защиту. Офигеть. Тихо, ребятушки, я вижу, что вы злые очень. Я вашего босса уничтожил. И вы очень сердитесь на меня, да? Ладно, не сердитесь вы сильно. Такс. Опа. Дружище, привет. Получай.
Ты тоже получай у меня. На. Готов. Всего 1500 монет. Восстановили мы свои деньги. О, смотри, этот стал такой меня дрочит, смотри. Ах ты гад. Так вы тут еще чего забыли? Танки. Мне нужно вот этого уничтожить. О, он меня так вот постоянно, да? Наяривать. Да, он меня наяривает постоянно. Надо предпринимать что-то. Что-то предпринимать мне нужно уже. Во. Так, опять, смотри, дроны летят. Какая-то что, у нас Катюша лежит, отдыхает. Катюша, не отдыхай, давай. В бой вступай. Опа, горизонталочки, вертикалочки. Вот вертикалочки опасно, капец. Они сейчас зависнут надо мной и начнут меня уничтожать. Опа, все. Так, ну что, возродились мы. И готовы идти в бой. Так, сейчас, подожди. Здесь постоим пока. Опа, 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 тихо, 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 тихо. Я знаю, что лазерный может меня, щит мой разрушить. Так, все, стреляем этих горизонталочек. Все, уничтожили. Но здесь такая большая бригада была, где же она? Я боюсь спросить. Ё-моё, так, отходим назад. Вот горизонталочка идет ко мне. Танки такие, да? Горизонтальные. Я боюсь посмотреть, что у нас там в лунной экспедиции. Так, хватит мне эти пирожки бросать, бабушка. Отвали от меня. Опа. Ехать туда не могу. Ждем тогда. Друзей. Во. Едут. Так, все вроде бы. Путь прочистили, наверное. А вы что, до сих пор здесь стоите? Я вас там жду. А вы здесь стали, дурочки. О, смотри, два бандита. Да ты что такой неубиваемый? Я понять не могу, а? Капец. О, нет, сейчас меня взорвут. Да, взорвали. Ну, 1150 монет заработали.